А продолжит эфир программы «Дорожные новости». Сводки ГАИ изучила Алена Лешкевич. Выехал на встречную полосу, съехал в кювет, врезался в дерево в Жабинковском районе, в ДТП погиб пассажир. Водитель Ниссана, житель Бреста, не справился с управлением на гравийной дороге. На противоположной стороне его машина опрокинулась после столкновения с деревом. Погиб пассажир, который ехал на заднем сиденье и не был пристегнут. Водитель с переломом позвоночника госпитализирован. Юный велосипедист попал под колеса автомобиля. Авария произошла в поселке Самохваловичи Минского района. 14-летний подросток переезжал дорогу на перекрестке равнозначных дорог. Его вовремя не успел заметить водитель «Ситроэна». Школьник получил травмы и был доставлен в больницу. Ехал, столкнулся, вырвало колесо. Так можно описать аварию, которая произошла накануне недалеко от Боровлян. На трассе Минск-Витебск женщина на «Опеле» резко решила развернуться. Водитель «Ситроэна», который следовал за ней, не успел вовремя среагировать. От удара в немецком авто вылетело колесо. К счастью, серьезных травм никто не получил. Известно, что у владелицы «Опеля» не все в порядке с документами на автомобиль.